Есть! Есть, мы открываем новую тачку. Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. Мы сегодня продолжаем играть в битву тачек на арене Drive Ahead. Как вы знаете, в последней серии мне очень круто повезло. Мы с вами тогда открыли легендарные контейнеры. И уже на втором легендарном контейнере мне выпала, ребята, новая тачка. Самый крутейший байк. Поэтому в этой серии я, ребята, решил попробовать открыть абсолютно все боксы. То есть мы сейчас начинаем с маленького ежедневного ящика. Потом большой, огромный. И дальше открываем все контейнеры. Я надеюсь, что нам, ребята, еще какая-нибудь лего прилетит. А если не прилетит, тогда, быть может, попробуем еще парочку легендарных контейнеров зацепить. Ну что, поехали сразу, ребята, к делу. Начинаем с ежедневного ящика. Жмем забрать все. Конечно же, нам ничего здесь путного не выпадает. Оно и понятно, поэтому вся надежда на большой ящик. Я думаю, здесь для каких-нибудь тачек нет. Даже не для каких эпических тачек. Никакие части не выпали. Хорошо, идем дальше, ребята. Огромный ящик. Поехали. Так, забираем все. И нету. Ничего нету для легендарок, для эпических тачек даже. 350 монеток зато капнул. Ладно. Идем. Контейнер, ребята. Rift Riders. Поехали. Забрать все. Ух ты, для легендарочки. Хорошо. Забыл, как называется эта тачка. Ну что, ребята, давайте еще. И что нам здесь? Так, для эпической тачки. Отлично. Это корабль, который, по-моему, призраками стреляет. И третий. Третий контейнер. Так, забрать все для редкой тачки. Ну, в принципе, нормально. Для легендарки уже что-то выпало, это хорошо, ребята. Так, дальше у нас контейнер для эпических тачек. 64 гемасика трачу. Ну ладно, пробуем. Такс. Ух ты. Ну я этой тачкой вообще не играю, конечно. Ладно, забрали мы это дело. Так, а почему меня выкинуло? Хорошо, открыли. Еще, ребята, здесь еще два контейнера. Поехали. Опять следующая эпическая тачка. Так, вот это, кстати, классная тачка. Этой тачкой иногда я играю, она классно стреляет. Ей можно нормально других соперников выносить. Почему вас после каждой тачки меня выкидывает? После каждого контейнера. И, ребята, третий. Третий эпический контейнер. Погнали. Какая у нас сейчас будет тачечка. Так, ну эта тачка, по-моему, вообще не играю. Ну окей, все, с этими контейнерами мы тоже, ребята, разобрались. И у нас сейчас остаются легендарные контейнеры. Напоминаю, легендарные контейнеры позволяют нам прокачивать легендарные тачки и, соответственно, их открывать. В тот раз, в прошлой серии, мы с вами навороченный байк открыли. В этой серии я, ребята, буду надеяться. Буду надеяться, что мы откроем какую-нибудь новую тачку. Надеюсь, мне повезет. Ну что, поехали, ребята. Первый. Первый контейнер. 160 гемасиков. Так, барабанная дробь. Ну давай. Пожалуйста. Так, автобус-монстр. Ребята, у меня есть эта тачка, увы. Едем дальше. Еще у нас два контейнера. В прошлый раз у меня со второго контейнера уже была новая тачка. Так, ну еще 160 гемасиков. Я таким образом все гемасики солью. И... пожалуйста, новая тачка. Нет, ребята. Ну, это зато не валяйка. Зато мы можем прокачать тачку не валяйку. Очень классная тачка. Такс, окей. И последний. Последний легендарный контейнер. Еще 160 гемасиков. Я заряжаю. И смотрим, ребята. Есть! Есть, мы открываем новую тачку. Ребята, мы открываем новую тачку. Грузовик спецназа. Я не знаю, как мне так везет, но уже второй видосик, открываем легендарные контейнеры, и у меня вторая новая легендарная тачка. Это просто здорово. Давайте перейдем в магазин, посмотрим. Все, здесь больше контейнеров нету. Да, все контейнеры мы забрали, конечно, много гемасиков слили, но классно. Еще одну легендарочку открыли, поэтому начинаем ее тестить. Сразу же ее хочу я выбрать. Так, где она? Где этот грузовик спецназа? То есть там будут, по идее, какие-то спецназовцы выпадать. Так, вот он, грузовик спецназа, новая тачка. Так, смотрим, кто там выпадает. Да там, по-моему, спецназовцы, ребята, есть. Где-то они там сидели в будке, я видел. Да, вот он, ребята, смотрите, спецназовец. Выпадает спецназовец. Так, грузовик спецназа. Спецгазик для спецназа. Машина может стрелять. Окей, выбираем.
Выбираем эту легендарочку. В прошлой серии, я напоминаю, мы, ребята, с вами открыли навороченный байк. Вот эта тачка. Вот эта тачечка. И в этом сезоне мы с вами, ребята, открыли анкилозавра. Поэтому тоже выбираю эту легендарную тачку. В общем, у меня три новых одни из последних новых легендарных тачек. И мы, ребята, начинаем тестить. Так, меня волнует больше всего, конечно же, грузовик спецназа. Очень интересно посмотреть, что он из себя представляет. Так, поехали. Понеслась, ребята. Новая легендарная тачка, грузовик спецназа. Так, я выкинул одного, второго, два спецназовца выкинул. Так, нормально, что эти чуваки там будут помогать мне хоть как-то или нет. Хотя у нас, по-моему, ребята, такая тачечка есть тоже. Тоже, по-моему, она сбрасывает спецназовцев. Вот, видно, легендарная. По такому же принципу работает, только сейчас я уже без колеса остался. Давайте, спасайте меня, инопланетяшки. Нормально так привезли. Коровы. Полетели, ребята, коровы. Но мне эта тачка понятна. Тачка понятная, нормальная. Главное, спецназовцев не натыкаться, а то сами тебя и замочат. Так, навороченный байк, которым не очень удобно управлять. Но пока все хорошо у нас получается. Так, идем дальше. Анкилозаврик со своим крутым хвостом. Так, давай хвостик. Ух ты, что это только что было? Все взорвалось. Так, аккуратно. Давай, 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 мочи. Да ё-моё, не могу достать, ребята. Не могу достать я эту тачку. Так, мы куда-то полетели. Только не меня. Только не меня. Нет, я первый в воду падаю. Есть. Летающая тарелка помогла мне. Хорошо, пока без проблем мы всех вынесли. Так, ну хорошо, продолжаем тестить. Грузовик спецназа, пока эта троица меня, ребята, устраивает. Хочу продолжить. Режим боевой. Так, мы с каким-то динозавриком сражаемся. Мы спецназа, все красавцы. Мы кинулись на этого динозаврика. Ух ты! Байк. Мощный байк. Так, давай, давай. Отлично. Еще отлично. И последнее касание. Вообще супер. На изи. Всех на изи выносим. Анкилозавр вступает. Но анкилозавр, наверное, послабее всех будет. У него, видите, какой открытый шлем получается. Ну, хвостик классный. Классный хвост. И управлять им удобно. Его не носит, как тот же навороченный байк. Так, вообще, видите, ребята, нормально. Без проблем. Всех выносим пока. Так, ну что, давайте третий заходик. Третий заходик этими же самыми легендарными тачками, из которых у нас грузовик спецназа. Новая легендарочка. Поехали. Сбрасываем спецназовцев. Один уже вышел. Ё-моё, смотрите, ребята, спецназовец мне пулькой прямо в бушку. Так, ладно, я сюда туда отъеду. А, он застрял. Ё-моё, что я делаю? Иди сюда. Ё-моё, ребята, меня сейчас утопят. Так, я выше. Я вроде выше его, хорошо. Надо взлетать. Меня летающая тарелка, ребята, спасает. Отлично, грузовик спецназа делает свое дело. Идем дальше, у нас навороченный байк. На тебя, получай. Так, навороченный байк, ух ты, какой он. Какой он, ребята, резкий. Классный назад получилось. Так, ну классный. Классный байк. Большое переднее колесо. Так, уходим, уходим от воды. Подальше. Так, и меня сейчас, ребята, вынесут. Нормально. У нас у всех последние жизни. Коровки. Есть. Победа за мной. Хорош, хорош, нормально. Ну, немножко тяжелее стало играть. Анкилозавр пошел в дело. Повезло, что колесо хоть не оторвало. Так, хвостиком. На хвостом. И еще хвостом. Хорош. Так, нормальная троица у нас, но мы сегодня тестим новую тачечку, поэтому давайте попробуем по традиции испытать ее на режиме царь горы.
Так, находим наш новенький грузовичок спецназа. И поехали, ребята, смотрим, сколько мы сможем вынести тачек. Так, сейчас он спецназовцев. Упс, когда выкидывает их. Выкидывай спецназовцев. Куда вниз, падай. Падайте, спецназовцы, нет, вместе со мной. Я вообще-то не хотел падать. Так, ладно. Стоим, ребята, пока. Пока нормально, мы стоим. Уже 6 чуваков мы вынесли. Эти что, пилки будут всеми спускаться? А какой смысл? Какой смысл? Почему я их не могу остановить? Так. Ладно, стоим сверху. Стою сверху. Если сейчас полетят пилки. А тут не пилки, тут бомбочки падают. Ну, я там нормально, конечно, мог перестроиться. Так, спецназовца скинем. Да, я одного сбросил. Еще один там сидит. Давай, быстрее, чувак. Иди отсюда. Пилки, ребята, пошли, все. Я сматываюсь. На, типа, получайте. Тихо. Нет, зажали меня. Так, еще раз. Хочу еще пару заездиков. Нормально. Мамонт. Там мамонт, ребята, да? Готов, мамонт готов. Мы пока как-то крепим еще. Я как-то креплю. Можно переехать на большую льдинку, нет? Вот все, я застрял, ребята. Стою на месте. Нет. Увы, мне бомбочка прямо на бошку. Сложная локация, потому что. Давайте еще раз, финальный разок. Так, грузовик спецназа, финальный бой. Какие-то... Так, я застрял, у меня потому что маленькие колеса. Ой-ой-ой, смотрю, там жаришка начинается, ребята. Надо переехать, пингвинчик, подвинься. Летающая тарелка. Так, ну ладно, надо уходить, ребята, вода поднимается. И... Все. Все, это конец, но неплохо. Я думаю, это нормальная тачка. Много нам удастся ей сделать побед, так что будем потихоньку ей играть. Так, мы можем забрать 10 кристаллов. Кристаллы надо восстанавливать потихоньку. Теперь давайте посмотрим, что у нас там в команде. Какие-то задания выполнила команда, по идее. Так, трюки дня появились. Так, здесь мы хорошие на 1000. На 1000 взяли задание, выполнили трюк сезона. Потом идем командные, ребята, трюки. Хорош. 50, 200. Еще 200. Так, и у нас последний трюк. Так, награда 50-очка. Так, здесь отправить трюк, 50 гемасиков. Нет, ребята, не буду отправлять ничего, потому что и так очень много гемасиков потратил. А что у меня в команде? Давайте посмотрим, кто у нас там неактивный. Если есть неактивные, я тех удаляю, поэтому проверяйте, ребята, периодически и вступайте в команду. Команда называется Никита ТВ. Так что всех просим. Смотрим, ребята, участники. 15 из 15 мест. Кто у нас? 8 часов, 15 часов, 1 день, 8, 1. Вот, 18 дней, смотрите. 18 дней кто-то не заходил в игру, поэтому я выгоняю таких. Так, идем дальше. 9 дней. Ну, еще 9 дней, ладно, еще подождем. Так что у меня уже, получается, место освободилось, поэтому у кого больше 5000 трофеев, обязательно, ребята, вступайте к нам в команду. Места свободные иногда появляются. Ну что, на этом все. С вами был Никита. Ребята, очень классно, что у нас появилась еще одна новая легендарная тачка. Так что цель наша — все легендарные тачки, я думаю, вполне достижима. Так что на этом все. До скорого. Пока-пока.